друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня по многочисленным просьбам своих детей я готовлю шаурму. Приступаем. Итак, для соуса к майонезу я добавлю дижонскую горчицу, мелко нарезанные маринованные огурчики, я взяла небольшой, мелко нарезанный салатный лук, также небольшую часть. И добавлю небольшое количество сухого укропа. Этого можно и не делать по вашему желанию. Мне захотелось немножко добавить аромата укропа. Хорошо размешиваю. И вкуснейший соус готов. Сковороду-гриль я хорошо разогрела и смазываю ее небольшим количеством растительного масла. Выкладываю стейки и обжариваю их с двух сторон. Переворачиваю. Когда с двух сторон образовались вот такие вот румяные полосочки, убавляю огонь до минимума и еще подержу с каждой стороны примерно по 2 минуты. Мясо готово. Снимаю его на тарелку и оборачиваю фольгой. Оставляю так примерно на 5 минут. Мясо за это время отдохнет и станет очень сочным. Теперь мясо нарезаю на вот такие вот небольшие кусочки. Так, лаваш я смазываю соусом. Выкладываю листья салата. Мясо. Немного пекинской капусты. Корейскую морковку. Зелень кинзы. Это вы можете добавлять, можете не добавлять. Зелень по желанию. Помидорки. И сверху можно еще немного добавить соуса. И вот таким вот образом заворачиваем. Сковороду-гриль я опять разогрела и выкладываю шаурму. И можем снимать. Всем нам иногда хочется скушать фастфуд. И в таком случае лучше приготовить его дома. Готовьте, экспериментируйте и приятного всем аппетита!